Здравствуйте, дети! Доброе утро! Всем привет! Сегодня мы играем на в игру Джонни Тест! По мультику Джонни Тест, да? Да. Мы играем в игру Джонни Тест по мультику Джонни Тест. Класс. Старт? Старт. Так, стрелочки. Ага, это Джонни Тест? Да. Что там в мультике? Это по мультику, да ведь? Да, по серии Тест. Даже. По какому мультику? Джонни Тест. Ах, игра Джонни Тест по мультику Джонни Тест? Ага. Ладно, игра Джонни Тест по мультику Джонни Тест. Ты затратил 10 секунд на это все. Так, продолжить, может быть, нажмем, да? Саш? Да. Или будем смотреть на вот эти цифры? Нет, продолжим. Так, что тут надо делать? Давайте разбираться. Джонни Тест. Надо так добраться до времени? Да. Слушай, у тебя получилось. И еще дальше? Один суперпрыжок. Это а, видели? Надо собрать этот и вернуться в это, да? Да, 11 секунд. Молодец, какая-то бомба. Может, кто-то расскажет мне, что там за мультик такой про Джонни Теста был? А, ребят. Понятно, ребята, секунд. Мне никто ничего сегодня Джонни не рассказывает. Джонни Тест – это мультик про приключения маленького мальчика по имени Джонни, у которого сестры супер-гении. И его сестры сделали для него супер-собаку, которая умеет говорить. И эту собаку зовут Дьюки. Вот, нас двое, как так? Один стоит на кнопочке, один бежит за временем. Время. Хопана. Молодец, парень, ты разобрался, смотри. Да. Так, это что у нас? 10 секунд. Же уровень? Четвертый? Да. Так. Мы прошли дальше, чем в Сванке. Третий отобрать? Мы второй не прошли. Опа, попался ты, парень. Надо было подальше все-таки стоять. Ладно, заново. А как заново нажать? Ты это назад сделай. Rewind. Резет. Вот. Второй где? Сейчас. Сейчас его нету. Вот их два осталось. Че, не ходит сколько? Молодец, молодец. Догадался. А вторым че, кто спит? Саша один. Так, 7 секунд. Кандилиум. Что это? Продолжаем. Да тут три клона. Давай спланируй его. Саша. А надо 4 клона вообще. Саша. Что? Склонировать. Я клонирую. Кого ты клонируешь? Ты мастер клонировать. Надо сделать еще двух. Еще трех. Давай, вот. Выходи. Еще. Еще заходи туда. Саша, сейчас ты пройдешь, да? Так, мне надо заново. А, так... а я по... Давай, вставай на этого. Одного, да, проходи. Да. Эй. Ты еще за кого играешь? Вот. Ты за кого играешь? Вот сюда, встань сперва. Вот на эту кнопочку. Куда ты ушел-то? Вот я основной. Джонни прокакал. А где второй-то? А второй ушел. Заходи в дверь. А вторым-то кто играет? Никто. Я сам делаю его. Вот нас целых трое. Ой. Так, подожди, он сейчас. Вот. Вот этим беги. Давай вот сюда. Вставай на вторую. Видишь, прошел. И на третью. Вот. Беги. Как это взять? Надо взять. Он не умеет. Иди сюда. Сюда беги. На часы беги. Это так не он, я. Вот он там сверху, видишь? Это надо наоборот, чтобы те как-то ему нажимали. И как он дает? Время, да, вышло? Или да, вообще. Просто без времени. А знаете, что одна сестра в туфле подрывает? Так, одна в жизни. А стоп, нет, не надо, вот тут вот надо планировать. Ты заметил, что ты один не справишься? Так. Давай, планируй второго-то. Сейчас, сделай четырех в комнату зайти. Вот, теперь вдвоем вы бежите. Давай. Вставай вот этим сюда. Да. Прыгай. Так, вот. Прыгай. А, пока клон додумается. Клон дебил. Так, ну ладно, не ругайтесь.
Ладно. Глупый клоун. Не можем пройти, будем играть в другую игру. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи и всем пока. Пока-пока.